первый телевизионный вокальный проект «Звезда». 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 8 конкурсантов, 3 этапа и всего один победитель, который определится зрительским голосованием. Не пропусти главное событие года. Стань звездой нашего города. Партнеры проекта – компания «Старатели», салон красоты «Императрица», фитнес-клуб «Стекс» и кафе «Приличные люди». Это первый лыткаринский телевизионный шоу «Проект «Звезда». И сегодня за третью путевку в полуфинал сразятся еще две наши четвертьфиналистки, одна из которых в самом конце, в финале, возможно, станет обладателем звания «Голос России». А своим профессиональным мнением с нашими зрителями поделятся эксперты шоу «Проекта «Звезда». Григорий Безуглый – настоящая легенда рока, руководитель и гитарист знаменитой группы «Круиз». Уступал на одной сцене с такими группами, как «Металлика» и «AC/DC». Григорий принял участие в записи песни «Замыкая круг» и съемках клипа на нее. В 1991 году группа участвовала в грандиозном по значимости фестивале «Монстры рока», который собрал на поле ипподрома Тушино в Москве порядка 2 миллионов человек. Ирина Рязанова – певица, педагог по вокалу, занимается пением всю сознательную жизнь, а именно с 5 лет. Неоднократно лауреат всероссийских и международных конкурсов. И несмотря на огромный профессиональный опыт, ежедневно расширяет свой кругозор, проводит обучающие мастер-классы. Сегодня Ирина выступает в группах «Лыткирин Бэнд» и «Рязанский проспект». Считает, что одного таланта и желания недостаточно для того, чтобы стать профессионалом. Требуется еще и сила воли. Велимир Русаков. Актер, музыкант, сценарист, продюсер. Окончил актерский факультет Российского университета театрального искусства ГИТИС. Кино снимается с 4 лет. Актерскую деятельность начал с киножурнала «Ералаш». Принял участие в съемках более 60 проектов, в том числе молодежных сериалов «Физрук» и «Дружба народов», «Зайцев плюс один» и «Универ». Сыграл одну из главных ролей в фильме «Сволочи». Работал автором сериала «ЧОП» на ТНТ. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано и вокал. Всю прошедшую неделю лыткаринцы выявляли победителя второй пары нашего шоу-проекта. Голосование было остановлено 26 апреля в 19:00. В связи с тем, что технические характеристики диаграмм голосования соответствуют диаграммам голосования, которые присутствуют при накручивании опросов, оргкомитетом проекта было принято решение воспользоваться пунктом 6.1 положения проекта и выявить победителя с помощью мнения профессиональных экспертов. Ну, я, наверное, все же предпочтение отдам не Насте. Ну, прям с очень малым отрывом, практически там, может, в один плюсик из-за того, что она решилась выступать на профессиональной сцене. Человек-любитель, достаточно, ну, так, видимо, у нее амбиции били ключом, поэтому она так решила и выступила. Вот единственное, для чего я даю, то есть я выбираю ее. Ну, вот эту, наверное, все-таки пропустить надо, потому что на нее приятнее посмотреть, и, может быть, ту девушку обижать тоже не хочется. Вот, но, к сожалению, выбирать же все равно надо. Как говорится, из двух зол выбирай меньше. То бишь, вы выбираете? Да, вот та, вот, из этих двоих вот эту, да. Все же, наверное, это Настя Сухова, потому что чувствуется опыт у нее. Ну и как-то цепануло больше меня. Мне кажется, что я бы, наверное, ей отдал предпочтение. С перевесом в один голос в полуфинал проходит Анастасия Сухова, где она встретится с Ладой Еремеевой. Дорогие друзья, мы выходим на финишную прямую. Это третий четвертьфинал. И совсем скоро на этом стуле будет сидеть наша конкурсантка Анастасия Кустова и петь настолько обворожительно, что вы не сможете устоять перед аплодисментами.
Анастасия Кустова, начинающая актриса и просто улыбчивая, энергичная девушка. Творческое начало не мешает ей хорошо учиться. Настя – студентка бюджетного отделения Государственного университета управления. Девушка признается, профессионально вокалом не занималась, но с детства любит петь. Возможно, большое влияние на эту любовь оказалась семья. У ее бабушки свой народный фольклорный ансамбль. Наша героиня мечтает о большой сцене и роли успешной певицы и актрисы. По дороге к своей мечте она успела позаниматься актерским мастерством с ведущими актерами театра на Таганке, а также посещала школу искусств певицы Максим, которая, кстати, сама подарила Насте грант на бесплатное обучение. Важное место в ее жизни занимает корейское искусство. Танцы, песни и культура этой страны особо любимы ей. Корейский язык она учит уже 5 лет и мечтает увидеть эту страну своими глазами. Также Анастасия за свою жизнь увлекалась английским, немецким и итальянским языками, играет в волейбол, является лидером московской танцевальной кавер-команды, изучает психологию, пишет стихи и песни, в основном о любви, и ставит перед собой цель выступить на главной площадке японской столицы Токио Дом. Готова ли она к таким высотам, вы узнаете прямо сейчас. Медляк. I can almost see it, the dream I'm dreaming, but there's a voice inside of my head saying. Ну да. Одна песня уже много о чем говорит. Молодец, пока неплохо. Make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I'm gonna keep trying. Gonna keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I give it. And about what's ringing. А то, что она сидит, это она правильно сделала. Завораживает всей вот этой вот настроением всем вот этим. А настроение идет, знаете, такая баллада, мне нравится. Не, ну это стройно поет хорошо. Чуть-чуть, правда, вот немножечко не всегда в нотке. Но, возможно, она, возможно, мониторы не настроены, да, до конца. Хотя песня тихая. Даже то, что она на русском не поет, но все равно видно, она поет. Just gotta keep going and die. I gotta be strong. Just keep pushing on. God is молодец. Прикольно, мне нравится. Молодец! Фу, чисто поет. Соло, соло, как же без соло в лирических балладах, отлично. Но диапазон у нее не очень большой, голосовой. Чистая нотка такая длинная, как будто уже оттюнена. Немножко надо походить, пиджачок сбросить уже и дать эмоцию.
пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажи нам, пожалуйста, про ощущения, переживания. Я думала, будет страшнее. На самом деле было очень интересно. Очень много эмоций. Я люблю это дело, и поэтому для меня это был очень важный момент. И я рада, что я смогла перебороть какой-то свой внутренний страх. Скажи, пожалуйста, как подбирала песни, почему именно эту? Вот просто пришло в голову, просто услышала и поняла, это то, что нужно петь. С кем ты сегодня пришла из болельщиков? Сегодня меня пришли поддержать моя мама, мой брат и мои друзья чудесные. Дорогие друзья, это была Анастасия Кустова. Давайте поаплодируем. Сейчас добрая половина зрителей телеканала «Лоткари» были мужчины, они стирали скупую мужскую слезу, отворачивались от своих жен, чтобы те не видели, как им тяжело, тяжело смотреть на это. И у нас осталось несколько секунд до следующего четвертьфиналиста. Алены Назарковой, прошу на сцену, Алена! Алена Назаркова занимается вокалом с самого детства. Наша героиня окончила Московский государственный институт культуры по специальности государственное муниципальное управление. Получила музыкальное образование по классу фортепиано. Сегодня после работы Алена торопится на занятия в Дом культуры Центра молодежи. И несмотря на плохую погоду, она буквально светится. Еще бы, ведь пение, как признается девушка, заряжает положительной энергией, доставляет моральное наслаждение и, конечно, радость. Алена занимается вокалом со Светланой Цветковой довольно успешно, участвует в различных вокальных конкурсах, выступает на концертах Дома культуры. Алена переехала в Лыткарино около 5 лет назад и сразу же влюбилась в наш город, в парке, архитектуру и красивые закаты. Ведет активный образ жизни, занимается в фитнес-клубе, любит путешествовать и участвовать в фотосессиях. С наступлением теплой погоды наша героиня занялась велоспортом. За вечер она может проехать около 15 километров. Сегодня ее маршрут лежит через городской парк на смотровую площадку. Панорамный вид на столицу завораживает. А вот насколько сильно ей самой удалось очаровать своим выступлением городскую публику, смотрите прямо сейчас. Но ноги, конечно, в пляс идут сразу. Слышу старой песни мотив, что сама напевала. Вот она. София Ротару, молодая. Русь-матушка в душе просыпается. Что я городская сейчас. Такое ощущение, что она слова вспоминает в процессе пения. Хочется, чтобы рядом пару таких бравых ребят танцевали с ногами вот этот вот танец. Но подача, что у нее хорошая, в принципе. Хута-хуторянка, девчоночка-смуглянка. Мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Симпатичная, статная девушка поет и двигается. Ну, смотрите, наконец-то. Бодрая, веселая песня. И сразу нам хочется затанцевать вместе с Аленой. Всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Медом дышит лунная ночь, редкий свет из окошек домов. И так хочется снова сорваться прочь в сиреневый рай садов. Чтобы кругом опять голова и слова, как мельное вино. Чтобы немножко на вине сорвалось, но это позволительно, я считаю. На вине каждый может сорваться. Как о вине подумаешь, так сразу чуть-чуть срывается голос. О-о-о, хута-хуторянка, девчоночка-смуглянка. Мне бы хоть разок. Потанцовывает костюмчик у нее. Пятерочку получит. Клево получается. Меня прям вот заводит. Микрофон умеет владеть. У Велагра сильную ноту. Мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Так. А сейчас хлопцы выйдут, да, на подтанцовку, нет? О, кругом пошел. Молодец. Девчоночка,
хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторо. Потанцевала чуть, а дышечка легкая, но все нормально. И все вместе. Девчоночка смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторо. Чувствуешь, сегодня ты на сцене, на такой большой, много камер, как ощущения? Эмоции, конечно, переполняют, волновалась, но благодаря поддержке моей преподавательницы Светланы Цветковой я взяла себя в руки, исполнила, я считаю, она отлично. Всех завела, и песня, как говорится, на все времена, вокалы и музыка – это самое мое любимое, и никогда не перестану этим заниматься. Дорогие друзья, это была Алена Назаркова. Аплодисменты! Это человек, который сейчас отправил Софию Ротару на пенсию просто. А я напоминаю, что спонсоры нашего проекта – фитнес-клуб «Стекс», фирма «Старатели», салон «Императрица» и, конечно же, кафе «Приличные люди», где мы все собрались. Третий четвертьфинал Лыткаринского вокального телевизионного шоу проекта «Звезда» подошел к концу. И теперь Алена Назаркова и Анастасия Кустова ждут ваши голоса по адресу, который вы видите внизу экрана. А мы увидимся с вами ровно через неделю на заключительном четвертьфинале вокального шоу проекта «Звезда».